Всем привет, меня зовут Игорь. У нас сегодня последний в этом году разбор новостройки, но не последнее видео на канале. И очень символично, как мне кажется, что это будет разбор нового небоскреба. Как вы уже видели по картинке, 45 этажей на Аллее Героев, ну почти на Аллее Героев. Потому что символично, потому что мне кажется, что Батуми в первую очередь привлекает многих как раз таки помимо природы, гор, моря и остальных плюсов. Привлек внимание многих инвесторов и людей, которые купили себе здесь недвижимость своими небоскребами. Небоскребами на Аллее Героев в том числе. Поэтому мне кажется символично, что завершать год мы будем разбором нового строящегося небоскреба рядом с Аллеей Героев. Подписывайтесь на канал, на мои соцсети. Вам приятного просмотра. Мы начинаем. Поехали. Разговор короткий у нас будет, потому что это жилой небоскреб, 45 этажей, вот он. В принципе, на этом можно было закончить, но я все-таки покажу все материалы. Ну, он будет коротким, потому что не о чем особо рассказывать. Здесь как бы это просто жилой проект. Вот типовая такая коробка огромная. Ну, давайте еще вот так вот полистаем вам. То есть, с каких ракурсов не посмотри. У него белые вот такие балконы. Кстати, многим это нравится намного больше, чем полностью стеклянная, как бы стеклянный фасад. Потому что за стеклом еще и ухаживать нужно. А здесь вот как бы за счет балконов он более так нарядно, что ли, может выглядеть более продолжительное время. Он даже на рендеры, на горизонтальные, он не влезет. Находится он рядом с Аллеей Героев, на улице Пиросмани, через один дом от того комплекса, где снимаю я. И, в общем-то, это второй проект застройщика Intourist Residence. Причем сам комплекс, как мне сказали в отделе продаж, называется Intourist Residence, но если зайти на сайт застройщика, то Intourist Residence у них называется первый проект, который вот построенный, в котором уже живут люди, который черный. Я снимал там обзор квартиры, можете посмотреть, там с коптера съемки, в общем-то, по видам как раз-таки можно будет сориентироваться, но давайте по порядку. В общем-то, что рассказывать, почему короткое видео? Потому что нечего рассказывать. Это жилой дом, не апартаменты, он газифицирован, в каждой квартире будет стоять индивидуальный котел газовый, обслуживание будет стоить 10, 15 и 20 долларов с квартир, в зависимости от площади студия, 1 плюс 1 и большие квартиры. Никаких ограничений нет, можно перепродавать, можно жить, можно сдавать, как угодно можете распоряжаться своей недвижимостью. Естественно, есть рассрочка, 30% первый взнос, рассрочка до 27 года, планируют его сдать в конце 27 года, так что сейчас начальный этап, роют котлован и, в общем-то, по информации, в принципе, все. Если у кого-то индивидуальные условия, можно обсуждать. Переходим к планировкам. Планировки у нас два файла с 6 по 26 этаж и с 27 по 45. Но если мы, я вам вот так вот буду листать, это один файл и второй, тут видно, что они ну, вообще ничем не отличаются, чуть-чуть где-то миллиметрами отличаются квартиры, поэтому не будем тоже на этом сильно там разбираться. Посмотрим именно сами планировки. У нас есть, к цене мы тоже перейдем, я вам покажу цены, естественно. У нас есть большие квартиры торцевые, они дороже, на 100 долларов за квадратный метр. Они прикольные, во-первых, они правильной формы, и тут очень много спален. Да, они небольшие, но тем не менее, 95 почти метров, из которых 20 балкон занимает. Но зато спальня 1, спальня 2, спальня 3. Здесь на входе у нас санузел, здесь кухня с обеденной зоной, она даже вот выделена как бы отдельно, хоть и нет двери. И здесь вот гостиная. Получается, если как бы считать кухню вот эту со столом обеденным за отдельную комнату, у нас вообще раз, два, три, четыре, пять комнат. Ну, почему бы и нет. Здесь у нас такая же квартира. Дальше у нас идут студии. Они, если не ошибаюсь, в принципе, зеркально идут друг к другу. Вот такие студии, точнее, это не студия, а однокомнатная квартира со спальней без окна. Это прикольное решение, что на 40 метрах у вас, в принципе, уже 1 плюс 1 получается, так как я знаю очень много людей, и у меня покупали квартиры в прошлом году люди, которые специально в однушках делали вот такую спальню закрытую. Вот им не нужен свет. И они, в общем-то, ну, правда, тут декоративный свет нужно делать где-то или над дверью, или здесь, но это уже детали. Но все равно 40 метров, небольшая, 1 плюс 1. Дальше у нас идет 50 метров, уже такая классическая. Санузел, кухня, гостиная и отдельная спальня. 10 метров балкон, кстати, немного. Ну, то есть внутренняя 40, 40,7. А, по поводу лифтов, да, здесь 6 лифтов. Это классно, да, дом огромный, 45 этажей, но, в принципе, на жилой именно дом 6 лифтов, ну, как бы это такой приемлемый минимум, скажем так.
Я думаю, что должно быть комфортно. Также есть студии 30-метровые, абсолютно классические, тоже ничего не могу про них сказать. Санузел и вот помещение, балкон 5 метров. Это почти такая же 1 плюс 1, это почти такая же 1 плюс 1 с вот с такой спальней. Еще одна студия, 1 плюс 1 стандартная, и вот такая необычная тоже квартира, 50 метров, 1 плюс 1, но у нее здесь спальня уже с окнами, то есть это в сторону гор туда она смотрит, маленькая спаленка с отдельным балконом, что, кстати, приятно. Здесь получается у нас на входе кухня небольшая, обеденная зона, тут ТВ-зона и санузел спрятан, и еще один балкончик из общей зоны. Ну, необычная планировка, прикольная, на самом деле здорово, что здесь окна есть. То есть, получается, можете вот такую взять квартиру, но она, конечно, побольше, это-то 40 метров, но зато без окна, это 50 с окном. Здесь по этой стороне такие же квартиры идут, просто зеркально, а вместо лифтовой зоны здесь две студии добавляются. Также у нас есть вот такой большой паркинг, один файл и второй. Парковка это здорово, не могу сказать точно сколько здесь мест, никогда не бывает такого, чтобы было прям вот чуть ли не по одному парковочному месту на квартиру, поэтому здесь как бы тоже хорошо, что он в принципе есть. По планировкам еще пробежимся по вот таким 3D-шкам, ну это все то же самое, что мы смотрели, только визуализация. Вот эта квартира, как раз которая в сторону гор, с отдельным балкончиком, спальней, с окном, но она такая прикольная. Вот такая студия есть, вот такая 1 плюс 1, вот большая квартира, ну и в общем-то вот со спальней без окна. Так, по застройщику коротко, это компания Bottom Shiny, если зайти на их сайт, можете зайти посмотреть, intourist-residence.g, в разделе о нас они пишут, что вот они с 2011 года строят, но нам интересна вот эта вкладка с проектами. Они построили два обычных дома жилых, вот большой дом на Гаргасале на 420 квартир они пишут и на 115 квартир на Чевчавадзе. Это обычные жилые дома, которые раньше строились, вот 2014-2016 год, то есть в середине как бы 10-х годов. И, естественно, они построили Intourist Residence, который, в принципе, насколько я знаю, просто интуристом сейчас называют, и все. Отеля пока там еще нет, работы ведутся внутренние по инфраструктуре, то есть вот этого всего пока нет. Но люди уже живут в обоих корпусах, делают ремонты, кто-то уже живет еще с прошлого года. Поэтому дом построенный и, в общем-то, по соседству, прямо рядом на соседнем участке строится наш сегодняшний новый комплекс. Давайте смотреть по карте. Батуми видели, аллею знаем. Вот она, аллея героев, и вот она, улица Пиросмани. Вот у нас стоят два дома интуриста черных. Здесь карта, наверное, старовата, не сильно обновлена, ну, в общем, неважно. И вот у нас соседний участок, то есть вот это уже другая земля, там отдельный забор идет. И вот у нас такой продолговатый небольшой участок, и как раз на нем вот в аккурат вот так будет стоять дом. Обычный дом, там как бы базовая инфраструктура будет в плане там управления, там видеокамеры, консьерж там и так далее. Ну ничего такого там особого не будет, просто жилой дом. И у нас, смотрите, что получается. Сзади еще один участок, тут еще один участок, здесь два дома. Они, по-моему, если не ошибаюсь, по 40 что ли этажей, поправьте, кто там живет, я не помню точно, честно говоря, может даже больше 40. И получается у нас эта сторона, она смотрит в дома, ну в эти соседние два дома, ну достаточно близко, особенно если брать квартиры, которые ближе вот сюда, здесь еще такая пристройка стоит, то есть тут совсем вот места очень мало будет. Если брать в эту сторону, я бы брал хотя бы вот ближе к этой стороне, чтобы подальше и вот этот дом был, и здесь еще возможно будет просвет. Нет, там просвета не будет, потому что там New Wave закрывает. Ну, в общем, неважно. А в эту сторону, если смотреть, квартира здесь тоже участок. Не сегодня, а завтра начнется стройка. А задняя сторона на горы тоже здесь у нас участок. И торцевые квартиры, они дороже, и они большие. Если, конечно, брать квартиры, которые близко к торцевым, то есть первые, они где-то вот здесь вот будут, да, вот в этой стороне, то, в принципе, по диагонали у нас будет открываться, там, виднеться море даже. Хотя вот этот участок тоже скоро, ну не скоро, но в каком-то будущем он застроится. Вот этот участок рядом с Mega Palace тоже там скоро начнется стройка. Здесь стоит новостройка, здесь тоже новостройка достраивается. Ну вот здесь получается как бы разрез, да, вот между Альянсом туда в сторону озера и
моря, но это только у торцевых, у больших квартир. И насколько я слышал, по слухам, вот эта вот история тоже скоро будет обнебоскребиваться, если можно так выразиться. Ну и, соответственно, квартиры в эту сторону, они тоже будут упираться в дом. Пока что его нет, но я думаю, это вопрос времени. Не знаю, в следующем году, не в следующем, но рано или поздно, потому что участок большой и классный, место классное. Но по поводу места, да, я все говорю, что вида нигде не будет, но этот дом классно подойдет тем, кто не сильно заморочен на виде из окон, как, например, я. Да, вид важен, вид хороший, это здорово. То есть я снимаю вот в этом корпусе Пиросмани, вот прямо отсюда видно. И у меня сейчас квартира арендная, она вот выходит прям вот в окна этого дома. Как бы не очень классно, да, но я снимаю. Ну, то есть, если вы покупаете там просто какую-нибудь квартиру, однушку небольшую, там 40 метров для сдачи, то вполне абсолютно нормально. Ничего страшного, что здесь вид. Здесь решает место. Место реально классное. Я все время снимаю в этом доме квартиру. Переезжать уже будем только в свою, в Black Sea. Потому что место офигенное, ты вышел и куда угодно. Да, я знаю, есть те, кто не любят Аллею Героев, не любят небоскребы, но мне лично нравится. Тут рядом и кафе есть, и в Дом юстиции мне вот пройти на регистрацию там 2 минуты. И встречаюсь с клиентами в Альянсе, там в кафешке и на озеро, и кафе здесь есть классное, Эрдогане, вот оно прям по соседству. И торговые центры, и здесь открывается, и Карфур, все что хочешь. Батуми Молл тоже рядом, где он там. Вот он. Поэтому место супер крутое. Реально, кто хотел вот квартиру небольшую или большую в центральной части на старте продаж, пожалуйста, в жилом доме, без всяких там заморочек с апартами, я думаю, что вполне себе можно рассматривать. Ну что, смотрим цены. Цены у нас вот так вот сделаны. 50 месяцев рассрочка, то есть до конца, до завершения строительства очень большая рассрочка, 30% перевзнос, я уже говорил об этом. Ну, индивидуально можно обсудить. Ну и вот старт цены. От 1000 долларов начинается с 6 по 25 этаж квартиры. Естественно, это очень интересно, что как бы нет разбега там 6-8, 10 там, и так далее. То есть прям вот берете там 25-й, 24-й, ну то есть разбирать квартиры будут сверху. И вплоть до 6-го этажа по 1000 можно купить. Я думаю, что за там 25-й, 24-й, да даже 20-й этажи 1000 долларов, ну вполне себе нормальная цена, учитывая расположение. Торцевые квартиры под номерами 1 и 2 большие, которые по 95 метров, они дороже 1100. Ну то есть торцевые все дороже на 100 долларов. И дальше идет по 100 долларов повышение цены. Здесь уже вот каждые там несколько этажей фактически дорожает, потому что там, ну даже несмотря на то, что плотная застройка вокруг, виды уже будут намного серьезней. Это цена за черновую отделку без ремонта. Ремонт уже самостоятельно делаете. К сожалению, пока нет таблицы или сайта для выбора квартир, поэтому берем калькуляторы, умножаем 30 на 1000, кто посчитать в уме не может, и получаем цену квартиры 30 тысяч долларов за там студию вот эту 30-метровую. И после этого я уже в ручном режиме пишу застройщику, уточняю, на каких этажах конкретная планировка есть. Когда появится, конечно, там какой-то файлик или онлайн-таблица, будет намного проще выбирать, смотреть остатки самостоятельно в любое время, но пока вот в таком ручном режиме, вооружившись калькуляторами, считаем цены и выбираем квартиры. Ну что, я бы с радостью хотел что-то добавить, но, честно говоря, даже добавить пока нечего. Ранняя стадия продаж, работы уже начались по участку, уже активно копают котлован. Я каждый день практически хожу мимо стройки, будем наблюдать, смотреть. Ну, в общем-то, с застройщиком все понятно, они построили вот небоскреб, люди там живут. Я общался с собственниками, в целом большинство людей очень даже довольны. Понятно, что еще нужно там дождаться, когда все будет доделано, и входные группы в том числе, и там гостиница, и инфраструктура. Ну, здесь, в общем-то, практически везде это все появляется после того, как дают доступ жильцам к квартирам. Поэтому, кто хотел обычный жилой дом, без всяких заморочек, замашек там на бассейны, спа и фитнесы, пожалуйста, выбираем обычную квартиру, планировку, делаем ремонт или перепродаем, или сдаем, никаких ограничений нет. Ну, а получается у меня тогда на сегодня все, я бы рад задержаться, но показать вам нечего, рассказать тоже. Мои контакты будут в описании, пишите, смотрите, пишите комментарии, а я с вами прощаюсь, до встречи на новых видео, пока.